То есть я не буду настаивать на обязательном характере третьего. Поэтому к этому надо приспособиться, и это нормально, потому что кроме зерна, у нас же в поле и овощные культуры, и картофель, и свекла, и кукуруза. Да, Григорий. Пчелиный. Очень вкусно. Сколько у вас пчел у семей? 25 семей. 25. А у меня 45. Вот, я узнаю свои модели, которые я требовал лет 10 назад, чтобы они изготовляли. 9,5 миллионов тонн зерна в этом году. Это минимум, который мы должны взять. Аккуратно, да, выработано хорошо. Помню я этот крест, сохранили. Начиная от эскиза карандашом. Да. От земли идут корма, молоко, мясо, идет тебе на переработку, ты переработал, продал, денежные потоки пошли туда, откуда пришло молоко, мясо. Это надо делать. Лукашенко. А чего? Потому что он добрый человек. Хороший. Мы к нему уже привыкли. Что нам перестройки? Мне 24 года. Я не знаю другой жизни, кроме как при Александре Лукашенко. Я хочу что-то новое. Мы будем уделять большое внимание сотрудничеству с республикой. Трудно сегодня будет моим оппонентам надавливать на вопрос, что вот нарушение было. Александр Ильич, подержите бюллетенчик подольше, пожалуйста. Вот. Можно, спасибо большое. Все, я проголосовал. Кидай так, народ сделал свой выбор самостоятельно, без давления. Наш мудрый, спокойный, трудолюбивый белорусский народ. Люди не поддались на интриги и авантюры. Они остались верны избранному курсу эволюционного развития страны. Вот это массовое досрочное голосование принудительное и те факты, которые вскрыты уже, то есть мы поймали уже, когда вскрывали урны, когда уже были готовы бюллетени, вернее в списке уже и протоколы записаны. The 2001 presidential election process failed to meet the OEC commitments for democratic elections. Prominentester Sprecher an diesem Tag, Zianon Pasniak, der Vorsitzende der größten weißrussischen Oppositionspartei. Его ложили лицом вниз, ему стреляли в спину, вашему отцу, Гончару и Красовскому, ему стреляли в спину. Вот на этой дороге убит ваш отец. Вы могли бы поклясться самым, что у вас дорогое есть на свете? Своей дочери. Смотрел эти кадры, где там двухметровая прыгал и в живот бил ОМОНовцев. Вот этого вы не должны допускать. Ребята должны понимать, что они в своем доме, и никому не позволено их пинать ногами.
я приехал в столицу своей родины. Да. В Советском Союзе. Креститься начал. Чур меня. Европа должна прекрасно понимать, и думаю, это понимает, что вся ресурсная база сегодня расположена на востоке от вас, в России. И движение этих ресурсов энергетических и других будет проходить через Беларусь. В перспективе уже многие ресурсы, огромное их количество проходит через Беларусь. Поэтому давайте будем строить отношения так, чтобы Беларусь была всегда островком стабильности и чтобы она могла гарантировать эти потоки. Эти выборы, и не только выборы, могут стать улучшением наших отношений с Западом только при желании самого Запада. Все, вот я вам искренне говорю, все, что Запад пожелал, все, что Запад захотел видеть в канун президентских выборов в Беларуси, признаюсь вам честно, мы сделали все. Евросоюз должен извлечь уроки из преждевременного снятия санкций в 2016 году и быть постоянно готовым ввести новые ограничения. Живе Беларусь! Просто на нас решили крепком, монолитном обществе отработать вот эти цветные революции с учетом новых информационных технологий. Не получится.